Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. В Йошкар-Оле нынче появятся два новых светофора. Один уже устанавливают на Кокшайском проезде возле Йошкар-Олинского мясокомбината. Второй вскоре заработает на перекрестке улиц Вознесенская, бульвар Чивайна. Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Йошкар-Оле стали основными в повестке дня 39-й сессии городского собрания. Сейчас в городе идет замена дорожных знаков на пешеходных переходах. Они будут гораздо лучше просматриваться в темное время суток. Так, с начала года уже заменили около 70 таких знаков. Отдельный вопрос – состояние автомобильных дорог. Напомню, общая сумма, направленная на ремонт 39 йошкар-олинских улиц, первоначально составляла более 80 миллионов рублей. В мае было принято решение о выделении дополнительных финансовых средств – 70 миллионов из республиканского бюджета, более 3,5 миллионов из городского. В связи с этим в настоящее время формируется дополнительный перечень дорог, подлежащих ремонту, и готовится аукционная документация. Мы планируем, что на этот год, исходя из тех финансовых ресурсов, которые мы имеем, и будут внесены дополнительные финансовые ресурсы на состояние дорог города. Но их все равно не хватает, поэтому по максимуму будет сделано все для того, чтобы дороги в городе Йошкар-Ола в ближайшее время были в нормальном состоянии. Кроме этого, на сессии были утверждены границы первого в Йошкар-Оле после семеновских деревень территориального общественного самоуправления. Его организовали жители дома номер 50 по улице Свердлова. Кстати, эту идею уже подхватили и жильцы других многоквартирных домов, подавших документы в городские собрания для утверждения границ ТОСа. Они будут участвовать в грантах, будут определены определенные небольшие суммы для того, чтобы можно было активизировать деятельность жителей по месту своего пребывания, для того, чтобы они могли сами активно участвовать в процессе благоустройства своих собственных территорий. Слушайте Пульс Радио, получайте подарки. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.